Дорогие друзья, сегодня вы влились в отряд студентов и слушателей самого большого вуза, самой большой страны, президентской академии. Вы прошли через трудные испытания и с честью с ними справились. Дерзайте, пробуйте, не бойтесь ошибок, ищите свою жизненную траекторию, а мы вам всегда поможем. Но мало дать знания, надо уметь еще взять и применить. Город ждет вас, вы нужны, вы молодые, красивые, энергичные, современные, дерзкие. Мы хотим, чтобы наш город был самым лучшим в этом мире. С праздником вас, дорогие друзья! Санкт-Петербург – это город с великими традициями. И сегодня, ребята, для многих из вас начинается новая жизнь. Это новая жизнь Санкт-Петербурга. И я уверен, что присутствующие здесь в будущем будут губернаторами, федеральными министрами, депутатами Государственной Думы и достойно будут продолжать те традиции, которые основаны в нашем славном городе. Приходите к нам на практику. Нам нужны волонтеры, помощники. Права и свободы человека являются высшей ценностью. И от вас, как от будущих управленцев, во многом зависит, как будут относиться к этим высоким словам в обществе и в государстве, и в органах власти. Пусть сегодняшнее праздничное настроение сопутствует вам весь год. Удачи вам! Не бойтесь ошибок, не бойтесь падать, не бойтесь трудиться, не бойтесь открываться, не бойтесь меняться. Не бойтесь сессии, просто готовьтесь к ней и хорошо ее сдавайте. Не бойтесь своего успеха и не бойтесь идти к своей мечте. А самое главное, не бойтесь ценить все эти моменты, потому что, к сожалению, студенчество одно, и оно больше не повторится. Ну что, первокурсники ЗИУ, настало ваше время творить историю нашего института, поэтому просто любите его, и он обязательно ответит вам взаимностью.